Трасса 101. Привет, вы в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Кто бы сомневался, российское правительство в очередной раз отказалось отменить транспортный налог. Таков ответ Кабмина на соответствующее предложение одного из депутатов Госдумы. Парламентарий уверял, что налог исчисляется неправильно, он не должен зависеть от количества лошадиных сил двигателя. Чиновники заявили, что в случае отмены сбора региональные бюджеты потеряют минимум 160 миллиардов рублей, а федеральная казна компенсировать им это не будет. Трасса 101. Принято решение о продлении мер поддержки отечественного автопрома в 2021 году. Речь идет о программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Также претендовать на льготный займ смогут семьи с одним ребенком, медицинские работники и граждане, сдающие свою машину старше 6 лет в трейд-ин. Возможно, заявили в Минпромторге, появятся и новые программы. Трасса 101. Деньги за оплату госпошлины по линии ГИБДД можно вернуть, если услуга по каким-либо причинам получена не была, либо гражданин заплатил больше. Об этом напоминает региональное управление госавтоинспекции. Заявить о возврате разрешается в течение 3 лет. Для этого потребуется заявление, оригинал и копия квитанции, копия паспорта и банковские реквизиты. Трасса 101. «АвтоВАЗ» озвучил стоимость самой дорогой версии «Ларгус» – «Ларгус Кросс Квест». Минимум 842 тысячи рублей за пятиместную версию и минимум 865 тысяч за семиместную. Автомобиль отличают другие колесные диски, черные глянцевые корпуса зеркал заднего вида, другие сиденья с боковой поддержкой и трехступенчатым подогревом. Двигатель тот же, 16-клапанный, 106-сильный, коробка, 5-ступенчатая механика. Цены на обычный «Ларгус» сейчас начинаются от 636 тысяч рублей без учета скидок. Трасса 101. Горьковский автозавод начал выпуск «Валдай Next». Со своей грузоподъемностью в 3700 он вписывается между тяжелой «Газелью» и начальным «Газоном». Мотор бензиновый, 2.8, коробка, 6-ступенчатая механика. Любопытна внешность машины. Кабину для нее позаимствовали, а вернее честно купили, у китайского «Фотона». Все ради лучшей маневренности и большей площади кузова, говорят на предприятии. Стоимость новинки пока неизвестна. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.